С 1 июня у национального телевидения Чувашии новый логотип. Как теперь будет выглядеть наш канал, узнаете из сюжета. Наверняка все зрители заметили изменения в нашей звезде, как только включили канал. Теперь звезда больше похожа на символ солнца в чувашской вышивке, а в оформлении эфира появился эффект калейдоскопа. И это не случайно. Многие с детства помнят эту волшебную игрушку, где как ни крути, меняются картинки. Телевидение очень похоже на калейдоскоп. Тоже постоянная смена лиц, декораций, программ, а каждый новый сезон готовит новые открытия. Смотрите калейдоскоп новых программ и фильмов на национальном телевидении Чувашии все лето и читайте последние новости в наших группах в соцсетях.